47 лет носит звание народного ансамбля «Ляйсан». Артисты одного из самых ярких коллективов республики гастролировали по всему Советскому Союзу. Делились богатым наследием татарского народа в Венгрии и в Чехословакии. Оттачивать мастерство участники «Ляйсан» продолжают и сегодня. Я еще новый человек в этом ансамбле. Работаю недавно. За это время мы успели показать свою работу и в районе, и за пределами республики. Убедить жюри, что звание «Народный ансамбль» заслуженное, непросто. Сотрудники Центра развития традиционной культуры следят за творчеством каждого коллектива, который удостоился этого звания. У нас в республике такая проблема существует, что если ансамбли, у нас не так много таких ансамблей, песни, танцы. Особое внимание в ансамбле дарит тем, кто жил в нем с самого первого дня основания. Именно они – хранители традиций и обычаев народа. Эльмир Низамова, Рустам Ахмадуллин, Сирин Хасанов. Новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.